перепрыгивал через грязь. Я что-то стою. Ну да. Вроде. Не знаю. Вот да, да, стоит. Точно. А и не узнать уже. Это Игорь меня. Владимир Иванович там чует, видишь, слышишь? Да я что-то видел, да, кто-то, я не понял, кто. Это Владимир Иванович, за что, что я его помню. У кого-то на даче. Это что такое? Какие-то туристы в чертове, там не поймет. Турист танцует. Наверное, похоже. Нет, зимой же. Это где-то, что у вас на бульваре где-то. Так, давай. А это живьем будет у нас вот это вот сейчас. Мы же все, то, что мы делаем, как в жизни, да, все. Вот он аппарат снимаю. Вот, и Дима здесь. Дима не любит сниматься, я знаю, он не любит. Это просто интересно бывает, когда в середине этого, вот этой хроники, вдруг идет что-то такое. Интересно бывает. Получается, да, ну что, все хроники правильно. Хроники такие, наверное, их можно выключить. Ты что сейчас будешь? Там плакаты, похоже, поднимают назад. Не хочу переготовиться к демонстрации, что ли, не пойму я. И старые автобусы еще ходят, видно. И подолгу эти. Сейчас получше будет под конец там. Набережной-то еще не было тогда. Но она была, но маленькая. Крепкость не очень хорошая будет. Вот уже сейчас нормально идет, хорошо. Не знаю.
знакомые пока видите. Сейчас здесь очень ярко все. Нормально, это хорошо. Нормально. В самый раз. Так, ладно, я убегаю. В самый раз. Вот ребята получше. Это защита, а это вот у министров. Да. Щеголев там, Щеголев. Вот и оно. Я его вижу в кукушку. Проректор по учебной работе сейчас прошел. Высокий. Да. Вот. Турбинист. Вот его я могу сказать, он с удовольствием посмотрит себя. Допором. Что-то резко счет пропал, да? Да. Я-то сюда смотрю, в объектив. Ничего не сделаешь. А, там не сделаешь ничего, да. Она так отстроена. Да. Понятно. Лучше не пришло. О, что-то за столом уже. Что-то я всегда. Ну, а да. Что-то опять что-то встает. Помните вы? Помню, а как же не помню? По камню просили. Камни снизу, да. Это в столовой, да, все? Вот я. А, да, вижу. Один кадр, одна мгновение. Да, ну я. А вот я тут. Да, вот еще, да. Молодой, да. Да. Что-то Новый год не отмечали? Да, какой-то праздник. Банкет какой-то был. Это с балкона. Да, я понимаю, да. Сын директора. Я понимаю. Нет, это не Новый год, это какой-то праздник. Да, Новый год, по-моему. Вот ракету я делал. Специальные световые эффекты.
ракету с прожекторами выводились. Саша, тебя здесь нет? Я пока не вижу себя, нет. Должен быть дед, конечно. Я без меня ничего не обходился. Да выясним это потом. А это театр, наверное, студенческий, нет? Или это какой год-то? Не совсем, я не пойму. Тут 3-2-1 что-то такое написано. О, идут куда-то. Занятия. Занятия, да. Как тузы идут? Как тузы? А забор-то где-то? А, это на путь училище. Вот Валера, Лазарев. А я не помню его. Ну, да. Лазарев, Валера. Что же бывает? И покажут, он с ней на ней указывался. Потом вот замуж Сергей. Она очень симпатичная была. Мы сами тоже изменились, где нас уже не узнать. А, вот это Валера, это очень хороший парень. Стольник был. Я его, кстати, недавно видел. Он на МЗ в 11-м цехе, по-моему, работал. Да. Или 20. Безенкин, что ли, нет? Да. А нет, Валя Безенкин, то есть. Нет, ну это не Валя был, это был другой. Валя в 21-м работал когда-то. А, еще этот был, как же... Ой, ударник-то был, да, был, как же. Все знакомые. Ну, все, конечно. Вон камня сидит. Смоловик сидит там. Это самодеятельность какая-то. Вот такой, сейчас уже так никто не станцует. Да, он же меня учил. А ты ему выступать. Да нет, не буду. Валерий Лазарев, фамилия. Смоловик. Да, с кем он идет-то? Я правильно немножечко забыл. С кем он идет-то? Иванов Игорь Васильевич. Он рядом меня забылся. Заставил как народ. Это с МВЗ все, по-моему, было. Наверное. Нет, Калин не может быть. Калина тогда не было еще. Вот опять Игорь Васильевич поступает, Иванов. Учебная работа творит. А что же я не помню такого Иванова? Это он не при мне был. Он с это... Мэр-метр пришел не так нам. Я его вижу, сейчас он жив-здоров. Дальше у него. Купочка. Ну, садовоз. Понял. Я же такой работник, сам все делаю. Владимир Иванович здесь очень хорошо видно. Я вижу. Это завод, который я
светло, кажется, немножко, да? Что? Светлые кадры немножко, да, такие? Да, это очень. Я просто не... Они были темные, стали отбеливать, они такие получились. Это обратимая пленка. Ага, я... Отбеливать стали слишком темные, и получилась вот такая штука. Понятно. Слишком отбелили. Понятно. О! Нормально, сейчас песок был. Вот это лучше. Друзья, директор завода, друзья, да, хорошо да. Знаю его, да, это друзья. Это не вам друзья уже, это он. Не знаю. Нет, это он на заводе, да? На заводе выступать, мы выступали, говорили. Его сын у нас в Чехии. Я что-то не помню, и прибуду такой не помню, да. Друзья, я его хорошо знаю. Пусть это не Туз. Жалко, не Тузовский. Это, наверное, в кинотеатре может быть где-нибудь. Это на конференции может быть была. Ага. Это конференция была в Спортине или еще какая-нибудь там. Я не знаю. Я не знаю. Пытаюсь. Наверное, нет уже никого сейчас. Того невероятно. Все равно интересно. Этим не заинтересован, можно заинтересовать единственное заводских это все, да? Ну я даже не знаю. Это не плохо. Поехал. Да, да. Идет. Резко снесло? Нормально, сейчас трасса. Лучше не снесло. Опять здесь кто-то. Да, вижу. Первое. О, Сурков Игорь молодой. Ну, номер уже, замдиректора завода бывший. Это очень давно, это я поэтому их не совсем знаю. Это где-то 60... Да, это где-то 60... 67-й, 68-й. Да, я поэтому плохо их не знаю, поэтому... Да. Давно просто. Этот самый такой. Все, Александр Сергеевич. Это да, Манукаев. Не помню. Да, я фамилию помню, а я уже Щеголев вижу, да, Щеголев. Он Сурков. Игорь Сурков, да, я его хорошо помню, да. Он же умер, да? Да, да, умер. Недавно, да. Жалко такой, я с ним так хорошо дружил. Такой прям для меня золотой человек. Можно же вообще стоп-кадр сделать, вообще фотографии можно сделать. Если очень вот такие. Опять же, надеюсь. Наверное, вот стоп. Это по-разному. О, так это... Нет, не знаю. Это студент. Это яблочко не тот же танцует, отец. Понял там кусок. Что это такая? Не знаю. А ты вечеринка. Thank you.
такие не совсем не помню. Лучше не видно хорошо. Непонятно, кто где что. А что делать? Мне ничего, нормально, потом разберемся. Что? Какие-то занятия, что ли? И зал опять. Непонятно. Ну это актовый зал. Когда перевернется, она бы мне сказала, я стоп сделаю, когда она нормально будет, чтобы мне потом успеть камеру перевернуть. Это, по-моему, стоп-зал. Да? Экзамен. А, приемный, может, экзамен? Стоп-зал, я стоп-зал. Приемный экзамен, да? Да, да, да. Здесь, первый год. Может, стоп, вот. Вон куда-то, вон автобусы старые еще, боже мой, кошмар. Это Финляндский вокзал, старые автобусы, ну это вообще потрясающие кадры. Это кто-то брал камеру свою, вас снимал. С автобусами это потрясающе. Это еще где-то вообще какие-то, начало 60-х годов. Да. Это субботник, да. Или это сажание. Да. Это я помню, я здесь сажал. А где же это? У первого корпуса, да, вот это? У Туза. А, вижу. Да, понял, да. Где сливы растут. Уже понял, да. Я тоже участвовал. Да, вижу, да. Это сверху снимали. А нет, где-то сверху снимали, да. Откуда непонятно. Все эти двери уже большие. Да. Это защита диплома спокойно. Сегодня я снимаю, а когда засвечено, я не снимаю. Слушай, там не видно ничего. Thank you.
я его, да, я его хорошо знаю, забыл его, как же его фамилия-то, я его хорошо знаю. И он меня знает, я забыл просто, как его. Он комсомолец у нас был какой-то. Да, да, да. Хорошо еще. А вот на все упорно, да. Химик, как он, хорошо. Да, был такой. Вот. Вот тут уникальный кадр. Где-то? Половина уже живых нет. Да, мне солнце не видно. Вот Славик выступает. Ну, это слева направо смотрится. А, ну, смотрит. Нет, правильно. Нет, правильно, все верно. Правильно. Там где? Все нормально. Раньше придут, с той стороны стоит. Такой не пойму, да, в актовом зале, да. Все правильно, нет, правильно садится. Он этот самый Сергей, как его, и... Да, да, с электротехникой, вот нет. Там я вижу, да, с электротехникой, как его забыл. Емельянов. Да. Он умер тоже, блин. Емельянов уже нет. Это такой там девочки, это вечер такой, наверное, там. Тебя приводит в порядок там. Что это такое? Это больница. Ну да, больница УМЗ. Понял, да, понял. Понял, мог, да. Этот на заводе работал в 19-м цехе. Я не знал, что он нас учился. Молодой еще. Он, кстати, да, играет у нас на Капризионе. Я с ним в одном цехе работал. А где экран что-то там у меня? Да. Это наши? Это. Он где-то кто-то лежит. Это колхозик. Да. Колхозик снимали с фарца. Спят. Приносили пробку, мне и Игорь приносили тоже. Да. Проявляли заодно, поэтому ты... Понял. Нет, это самое. Вот и да, это на колхоз, он с Игорем кто-то там стоит. Заодно, чтобы подпечатали. А где же эта речка там, я не помню ее. Там какой-то... там какой-то ручей, понятно. Ну что же она сзади снимает? Кто там? Это не я снимал. Я понял, да. Там это Смоленовичи, наверное, да?
там какие-то пионеры. Кого-то хоронят. Кто хоронит, кого непонятно. Дети причем. А, возложение. Да, понял, да. Ну какие-то школьники. Пионеры. Да, это в одно время снимали примерно. Это наш студент. Понял. Да, вот это. С прической. Он наш этот. Да, я понял, да. Забыл его фамилию, но был такой, да. Стоять, стоять,
маленький кусочек уже остался, да? Бог с ним, пускай для юмора будет. Так. Да ничего, пускай идет, бог с ним. Веселее будет так, ничего. Кто-то идет, не меняется.